несколько копий сломано в спорах, как правильно писать тхэквондо. Тхэквондо или тхэквондо, мы не будем вдаваться в этот филологический спор. Важно другое, в нашей республике этот вид спортивного единоборства существует уже 15 лет. С самого начала организаторы и тренеры взяли высокую планку. На сегодня в Бурятии один из самых сильных юношеских составов России. Умножается число чемпионов и призеров самого высокого уровня. Спортсмены из Бурятии всегда занимают лидирующие позиции в российских соревнованиях. Нас уважают, знают, что в Бурятии тхэквондо хорошо развито, ну и воспринимают как достойных, серьезных соперников. Вице-президент Федерации тхэквондо Бурятии сетует, что из-за нехватки наставников на местах не развивается этот благородный вид спорта в районах. А ведь получи импульс к развитию тхэквондо на селе, счет чемпионам пошел бы гораздо веселее. Потому что дети и молодые люди с первого взгляда влюбляются в красоту корейского боевого искусства. И для многих спорт стал настоящей путевкой в жизнь. Попробовал, получилось, ну, начал дальше уже стремиться. То есть в дальнейшем это мне помогло уже поступить в университет с помощью спорта. Посмотреть мир, да, также выезжать на международные соревнования. Я не знаю, наверное, это, скорее всего, смысл жизни уже моей будет. Просто не могу представить день, чтобы взять и не пойти на тренировку. Каждый день должны быть тренировки. Тхэквондо для меня. У меня появились много друзей. У нас в городе на соревнования ездим международные, всероссийские. Из разных городов появились друзья. Это тхэквондо не только как спорт, это общение. Уникальность восточных единоборств в том, что при комплексном развитии физических параметров они дают очень глубокую духовную наполненность. То есть при хорошем сенсее мы никогда не получим ходячую машину смерти. Вообще у нас есть 5 принципов тхэквондо. Это терпение, учтивость, самоконтроль, непоколебимый дух. И я думаю, что в каждом спортсмене, в каждом ученике тхэквондо воспитывает в первую очередь это честность. Восточные мудрецы говорили, главное победить не соперника, главное победить себя. И в первую очередь для чего многие приходят, ребята, это научиться драться, научиться постоять за себя. Но со временем они понимают, что тхэквондо это на самом деле дело все не в этом. Главное это научиться самодисциплине, главное победить свою где-то лень, где-то слабость. Шутливо настроенные мастера тхэквондо говорят, что в бою руки только мешают. Но это вряд ли. Тхэквондо переводится как путь руки и ноги. Но захватывающая дух красота достигается именно за счет суперударов ногами и фантастических прыжков. Так что его трудно спутать с тем же карате. Хотя система внутренней градации примерно одинакова. 10 градаций таких называют, тхэквондо называется гып. И потом спортсмен уже получает право сдать на черный пояс экзамен квалификационный. И черных поясов 9 данов. Максим Изахенович Ким – обладатель черного пояса 5-го дана. Сами понимаете, это показатель очень высокого мастерства наших тренеров. Так что, думается, мы еще получим своего чемпиона самого-самого высокого уровня. Тем более, что тхэквондо, кажется, олимпийский вид спорта. «21 год назад в поселке Усть-Орда родился маленький мальчик. Мальчика назвали Сашей, и фамилия ему досталась очень красивая – Богомоев. И маленький мальчик Саша уродился крайне боевым пацаном. Маленький был, когда смотрел боевики, вообще фанат был этих карате, вообще всякое. Боевики стрелял, вообще страшно болел». Фанату единоборств дорога, естественно, была или в секцию борьбы, или в секцию бокса. И тут на выбор судьбоносного решения повлияла прекрасная дама. Тренер начал собирать секцию в 5-м классе. Я с его дочкой в одном классе учился. И он пришел в класс, позвал тренироваться. Я пришел, начал тренироваться, мне понравилось. Все, его с 5-го класса тренируюсь. Закончив школу, Саша Богомоев попал от своего первого тренера Валерия Васильевича Абзаева к новому Валерию Николаевичу Иванову, воспитавшему уже 3 обладателей Кубка мира и чемпиона мира. Я служу тренер России, почетный гражданин Усть-Ордынского округа. Это горжусь этим званием.
Природный бойцовский талант Саши начал получать шлифовку олимпийского уровня. Но борцовская фортуна Сашу не баловала и не раз проверяла его на крепкость характера. На России никогда успешно не выступал, всегда проигрывал. Вот по молодежи вот результат третий на России был. Вообще так-то здесь в Улан-Удэ дома у нас Россия проходила, вообще проиграл какую встречу-то. Вторую встречу дагестанцев проиграл, вообще расстроился сильно. Думал, он, ну, я его лидером не считал, не видел никогда. Не ожидал то, что он в финал выйдет даже. А он в финал вышел, мне шанс дал. Я за третий поборолся, третье место занял. А так вообще сильно расстроился, блин. Думал, зачем бороться, завязывать уже хотел. Но судьба готовит лавры упорным и упертым. И Саша тренировался до седьмого пота. Иногда даже было непонятно, что катится по лицу. Соленый пот или горькие слезы усталости. Но Александр Богомоев верил в себя. Начал верить в себя. Человек, если бы поверил в себе, тогда может результат достичь. Самое главное, от него зависит, как он сегодня будет реализовать свои возможности. Победы пришли последовательно. Последовательно, как следствие зверского труда над собой и над обстоятельствами. На самом престижном Ярыгинском турнире, который неофициально называют малым чемпионатом мира, Александр завоевал почетное второе место. Так произошел прорыв Богомоева во взрослую лигу. И далее, как взрыв, наш герой завоевал Кубок мира. Саша, не тот Саша, который до Ивана Ярыгина был. Ну, на сегодня он уже понял, что может бороться на любом уровне. Совершенно случайно наша съемочная группа оказалась на тренировке именно в тот момент, когда на ковре тренировались представители трех поколений борцов, способных бороться на любом уровне. Борис Дугданович Будаев – живая легенда нашей борьбы, успешнейший спортсмен и успешный человек. Насколько знаю, в жизни, кто занимался спортом, никогда в жизни не терялись. А сам Борис Дуганович с надеждой смотрит в будущее. Подходит молодежь хорошая. Меня зовут Бальжимай Валдар. Я мастер спорта международного класса. Я олимпийский чемпион среди юношей. Это будущий герой наших спортивных очерков. А сейчас 17-летний Алдар готовится к Кубку мира и чемпионату Европы среди молодежи. А наш герой усиленно готовит себя к чемпионату России. Пожелаю успеха на чемпионат России, чтобы он занял призовые места. Есть надежда, что Александр порвет всех своих оппонентов и даже своего главного соперника, чемпиона мира из Якутии Александра Лебедева. И шансы возрастут, если чемпионат пройдет в Москве, а не в Якутске. Лебедеву дома и стены помогут. Не только стены, наверное, и судьи тоже. Якутия – это богатая страна, это республика алмазов много. Судьи наши тоже любят очень алмазы. Пожелаем Саше, Алдару и другим нашим борцам всех медалей, кубков и званий. И побольше финансирования, как говорится. Если бы ребята побольше поездили бы, подключались бы в сборы, тогда рост был бы. Собственно, соку сегодня невозможно результат показать. Это да, но меня к концу сюжета взволновал совсем другой вопрос. Саша, у тебя есть девушка? У меня есть, да, девушка сейчас на примете, она только дома, на родине, да, у Сергея. Вопрос остается открытым. Друзья, кто станет чемпионом России, наш Богомоев или не наш Лебедев? И кто эта таинственная девушка в сердце победителя? Фон прошел.
прошедший в конце апреля, не был юбилейным, но был крайне важным с точки зрения его дальнейшего развития. Солидное представительство Бурятии в таком популярном олимпийском виде спорта, как лыжные гонки, существенно прибавило бы дивидендов республики и в буквальном смысле дало бы очень здоровое наполнение развитию туризма. В этом году президент Федерации лыжных гонок Бурятии Баир Батуевич Даржиев обратился к руководству Федерации лыжных гонок России с предложением рассмотреть возможность включения байкальского марафона в Кубок Russia Lopet. У нас требования к кандидатам в нашем объединение, это то, что марафон должен иметь какую-то историю, проводиться не менее 3 лет, и на финише должно быть не менее 100 участников. В это объединение входит 17 крупнейших лыжных марафонов России. Начиная от Камчатки, кончая Мурманском, Московской областью, Санкт-Петербургом, Рыбинском и других. В составе экспертной группы также приехали олимпийская чемпионка по эстафетным гонкам на лыжах Светлана Нагейкина, представитель сборной страны Вячеслав Веденин и член сборной России Дарья Годовиченко. Здравствуйте, Бурятия, здравствуйте, Байкал. Олимпийская чемпионка на одной лыжне бежать, это, ну, можно сказать, даже классно. Мне такое, как бы есть какая-то гордость, что я еду с олимпийской чемпионкой на одной лыжне. Надо сказать, что именно в этом году погода была близка к экстремальной. Погода закаливает так, ветер проверяют характер. И ведь изюминкой байкальского марафона являлся так называемый шах, прозрачный, но слегка рыхлый лед. В идеале, как, например, в прошлом году было, это удивительно сумасшедшие высокие скорости, это вообще это такое, как бы, зрелище захватывающее, незабываемое. Но общее мнение участников соревнований было, что у природы нет плохой погоды. Общее количество участников 140 спортсменов. Ну, на завтра, на основной день соревнований, мы предполагаем участие 200 спортсменов. 200 участников будут у нас преодолевать дистанцию 50, 30, 20, 15 и 5 километров в зависимости от своего возраста. Но, пожалуй, самой вкусной изюминкой байкальского марафона явилось то, что это последнее крупное лыжное соревнование во всей России. Я знаю, сейчас сборная, она на Камчатке просто уже катается спокойно, а соревнования уже практически никто не бегает. Кстати говоря, приезжие знаменитости уже были наслышаны о нашем марафоне. Но это давнишняя мечта, и вообще это настолько удивительное словосочетание «Байкал», «марафон», «лыжи», что привлекает с первого слова. Это удивительно, что ты можешь на лыжах кататься практически 1 мая, то есть осталось пару дней до первомайских праздников, а ты стоишь на лыжах, и еще зима. Трасса, я считаю, великолепна для апреля, для конца апреля, начала мая. Но немножко погода, ветер сильный, но я считаю, что это не помеха. Мы можем продлить сезон, потому что в эти сроки уже нигде не проводят соревнований. А здесь такие уникальные природные условия, что можно кататься на лыжах и с удовольствием сюда приедет народ. Кроме того, я хочу сказать, что бытовые условия в гостинице здесь поселили очень приличные. Свежий воздух, все удобства, хорошее питание, значит, байкальский омуль. Так что я думаю, что у байкальского марафона большое будущее. Здесь очень такое удобное место. Здесь уже, мы как говорили, середина, соединяет Европу и Азию. Очень представительно выглядели спортсмены из Забайкальского края во главе с губернатором Равилем Гениатуллиным, который в первый же день пробежал очень значительную дистанцию в ВИП-забеге. Думаю, что формат должен быть даже международный, большой международный. Сюда можно в второй половине апреля, в начале мая приглашать самых больших спортсменов. Действительно проводить соревнования. Поэтому я еще благодарен за приглашение. Удачно получилось, что у нас здесь совещание было. Я совещание звонил, когда сюда заехал, откатался, сейчас поеду домой. Я желаю всем побывать на байкальском марафоне. Изумительная природа. Смотрите, какое богатство. И изумительная аура. И чувствуешь себя, вот, знаете, как бы, кажется, что где-то когда-то я болел, а сегодня просто изумительно чувствую себя. Спасибо участникам, спасибо организаторам. И если будет возможность, будет здоровье, и будет время, будем приезжать. Я
когда приехал первый раз, мне было как-то странно, значит, а сейчас вот просто привык, и меня тянет, и я уже готовлюсь к этому марафону, потому что рано кончается снег, и мы изыскиваем возможности, не можем найти такого озера, понимаешь? А здесь прелесть. Западного же направления приехали лыжники из Иркутской области, имея в авангарде победительницу прошлых марафонов. Я 2 года подряд выигрывала этот марафон, и в этом году мне, к сожалению, это не удалось сделать, я была второй. Соседняя область является очень сильным регионом в плане развития лыжного спорта. Но, тем не менее, спортсмены-иркутяне с большим удовольствием участвуют в байкальском марафоне. Байкал мне очень нравится. К сожалению, у нас в Иркутской области совсем другой Байкал. Люди не ценят. К счастью, здесь это не так. Были также лыжники-марафонщики из Хакасии во главе со своим лидером Михаилом Сорокиным, спортсмены Красноярского края, Москвы и Московской области, Ярославской области, Республики Беларусь. Был даже представитель из Олимпийского Сочи, оказавшийся уроженцем Забайкальского края. Приподнятое настроение, во-первых, потому что в родных местах это первое, а второе – малыши. Но техника прекрасная, уже чувствуется, что не получили. Так что… Вот такое мое мнение. Такого же мнения оказались и спортивные эксперты. Судя по тому, что у вас сейчас вот и Жамбалов, и Скосырский, они являются кандидатами, точнее вот Алиса, членом сборной команды. Скосырский кандидатом одним из более вероятных. Уровень растет. У вас поддержка здесь, власти есть, спорта, и это здорово, когда наверху понимают, что здоровье нации, а в частности здесь Республики Бурятия, это важнейшая составляющая. О важности государственной поддержки говорит тот факт, что Пермский край, откуда родом член главной лыжной дружины страны, Дарья Годовиченко раньше подготавливала гораздо больше классных спортсменов, чем сейчас. Сейчас в Пермском крае очень мало стало лыжников. Ну, во-первых, это составляет финансирование, я считаю, здесь очень много подрастающего поколения и люди, которые могут показывать хорошие результаты. Перспективные спортсмены начинают отслеживаться на уровне муниципальных спортивных школ, откуда потом приглашаются в Республиканскую школу Олимпийского резерва. В данный момент у нас осталось 7 районов, где качественно культивируется, развивается лыжный спорт. Мы пропустим лучшие. В силу разных причин, природных и социальных, не все районы Бурятии могут развивать лыжный спорт. Но введение лыж в школьную программу дало бы очень здоровый импульс дальнейшим планам. Федерация лыжных гонок Бурятии видит будущее байкальского марафона в развитии именно массовости самого доступного и здорового зимнего вида спорта. Могут участвовать коллективами, спортивными школами. Будем работать над увеличением массовости и привлечением различных регионов на данный марафон. За лыжным спортом доступный спорт. Получается, как бы любой может встать, и все равно, как бы он ни двигался, он все равно будет как бы идти на лыжах. Массовый забег состоялся на второй день соревнований. Когда со старта ушла волна лыжников, мне показалось, наверное, больше 300 человек. Но дети, ветераны, женщины шли каждый свою дистанцию. От 10, там, 10, 20 и 30 километров. Но у женщин главная дистанция была 30 километров. Для нас она тоже, для Раши Лобби, считается. Погода кардинально отличалась от первого дня. Необычайно харизматичный баргузинский шаман Соломон Арденевич Бадмаев попросил хозяина Байкала о хорошей погоде. Что и случилось. Видно было, что гости были несколько ошарашены. А как же, Бурятия, середина земли. Куда сюда ехали, сок этот, ястреб сел на ветку. Дух Байкала нас встречает. Много вот такого шамана, вот интересно. А как мы экскурсию сделали, там Баир Батуевич Дацан выволнил. Это вообще, я вот все время думаю, книжку читаю, он нам подарил книжку. Много очень вещей интересных рассказал, для нас это очень необычно. Самая длинная дистанция тоже понравилась нашим гостям. Тем более, что прославленная спортсменка победила в гонке на 30 километров. Рассказывать всем, и в прессе, и по телевидению, чтобы этот байкальский лыжный марафон вошел в кубок Раши Лобби. Когда профессиональные спортсмены приезжают, они борются за победу. А любители, хорошо вот здесь сделали, еще по возрастным группам награждают. Вот. А вообще, кто вот катается на лыжах, любит, они приехали, чтобы здесь покататься. Потому что, например, 30 километров или 50 самому не так легко пробежать, проехать. А здесь все вместе,
как бы такой спортивный азарт получается, и едешь. На марафоне на последних кругах, после того, как основная масса закончила 30 километров, осталось народу, конечно, маловато. Но в протоколе посмотрим. А так, конечно, потенциал у этого марафона огромный. Пожелание звать больше участников, чтобы на старте было и на финише больше участников именно 50-километровой дистанции мужчин. Лыжная федерация Бурятии будет приглашать всех больших спортсменов и любителей лыжного спорта. Главное, чтобы они приезжали. И приезжали каждый год. Может быть, конечно, не каждый год, но раз там в 3, может быть, в 5 лет, конечно, хотел бы приехать. Я и познакомился с лыжниками из других регионов, на самом деле из Сургута, из Иркутска. Вот, ну, из Москвы там тоже знакомые приехали. И все так очень восторженно отзываются. И все-таки быть или не быть байкальскому марафону в кубке Раша Лопес? Я бы склонялась больше да, но дело в том, что правило 100 участников на финише, оно как бы от меня не зависит. И я, конечно, попрошу там делать исключение, но что из этого будет, я не буду загадывать и не могу вам сразу сказать. Конечно, я мог бы сказать, давай, я вас все принимаю, но это, к сожалению, не от меня зависит. Баир Батуевич намерен в будущем проводить марафон по принципу, выстроенному в западных странах. Западные марафоны, они проводят целый день. То есть, если, например, главные участники уходят на старт в 8:30, то последние участники приходят где-то после 12 часов. То есть, они преодолевают 50 километров не спеша, идут, кушают, отдыхают. Эксперты отметили, что безопасность участников соревнований, обеспечение спасательными средствами, медицинское обслуживание было на высоком уровне. Благодаря совместным взаимодействию с организаторами соревнований, с спасательными подразделениями, все соревнования прошли благополучно, без происшествий. Претензий к руководству никаких нет. Обеспечение хорошее, судейский корпус хороший. Ну и с нашей стороны по врачебным вопросам никому претензий нет. И мы свое дело сделали. У нас будет заседание, я напишу отчет, пришлю его Баиру Батуевичу. И мы там на нашем совете Раша Лопес обсудим, я сделаю доклад. И у нас президент наш Георгий Кадыков, Илья Евсеев, я. И мы коллегиально примем решение, о чем мы вам сообщим. На момент подготовки фильма отчет еще не был прислан. Но ясно одно. Даже если в этом году байкальский марафон и не включит в сетку Раша Лопес, нашим лыжникам есть куда стремиться. Когда есть ясная цель, и бежать легче.